Настало время сверить часы. В Музее промышленности и искусства открылась выставка «Точное время». Все эти экспонаты, а здесь их около 1000, находятся в частной коллекции Анатолия Майстренко. Более 20 лет он работает часовщиком, и так профессия определила хобби. Идет время, все это исчезает, все это пропадает, теряется, разрушается. Мне захотелось вот создать такую коллекцию, чтобы люди смотрели. Кто-то ностальгировал, кто-то удивлялся, чему были наши деды и отцы, на что были способны. Практически все заводы сейчас не работают, поэтому это уже как бы история. Собрание часов насчитывает разнообразные виды и модели, от наручных до настенных. На выставке представлена значительная часть коллекции, отражающая развитие часовой промышленности в Советском Союзе. Любимый экспонат Анатолия Майстренко – вот эти электронные часы, необычной формы. Интересно, что подобная выставка хорошо вписывается в концепцию музея Бурылина, ведь, как известно, Дмитрий Геннадьевич тоже коллекционировал современные часы. Кому-то это считалось преждевременным, не таким и интересным, но сейчас мы знаем, что эти предметы стали уже достоянием истории, так и эта коллекция Анатолия Майстренко, частного коллекционера, она представляет себя интерес в том, что здесь представлена продукция 15 часовых заводов СССР, часть из которых уже прекратила свое существование. После этой выставки в музее останутся не только записи в книге пожеланий, но и вот эти большие настенные часы с удивительным музыкальным боем. Их коллекционер подарил музею. Анатолий Логинов, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.